француз, который читал рэп, уезжает в Москву. Ну, сейчас я спрошу у ребят, мы играем, танцуем. Танцуем! Вот, если он не успеет на поезд, то то вы танцевали, ну нормально. Давайте копы от журнала, вот этих от кашулек там, от кашулек. Что вы такие скучные? Тепло, и вы сидите на попу. Да ладно, какая там разница? Телодвижений нет, между прочим. Всем встать, танцевать! Да не надо танцевать! Молчите, не спите, когда есть шансон. Thank you.
Спасибо вам за то, что вы были.